Так, проверяем качество трансляции. Так, по идее, меня должно быть сейчас видно. Отлично, со звуком? Все, можно наступать, по идее. Можно приступать. Отлично, со звуком. Всем привет, с вами Глебовский. И это Механикус. Да, это моя вторая по счету игра. То есть у меня Space Marine, я ее проходил в рамках Ютуба, а это будет первая такая одиночная игра в рамках как Ютуба, так и как минимум Твича. Вот. Те, кто присоединяется к трансляции, всех вас приветствую. Сколько у меня хватит на сегодня сыграть, я не знаю. Так же, как и не всем уверен, смогу ли я пройти целиком или захочу. Но попытать счастье стоит, поэтому... Так, я на всякий случай еще раз убедюсь, что у меня все записывается. Ага, отлично, убедился. Вот, что ж, меньше слов, больше дела, давайте ознакомимся, что к чему. Но небольшой комментарий. По сути, тема механикумов, вообще механикумов в целом, по сути, это первая такая причина, почему я увлекся Вархаммером. Потому что в интернете ко мне постепенно стали проходить все вот эти аспекты механикумов, вот эта музыка, вот эта атмосфера загадочности, мистики вот этих механикумов. И с этого у меня началось знакомство, по сути, с Вархаммером, да. Впоследствии я стал знакомиться с этой вселенной, сыграл даже в Space Marine первую часть на Ютубе. Кто не смотрел, можете затем канал чекнуть. Вот. В принципе, читал «Ересь Хоруса» первые три книги. Вот. И теперь я делаю новые шаги в освоении прекраснейшей вселенной Вархаммер 40 тысяч. Ладно, все, я, может, и многословен, но давайте приступим. Я всегда выбираю нормально, потому что не вижу смысла себе что-то усложнять, как облегчать. Обучение, включить стальную волю, включить истинную смешку, включить... Я не знаю. Давайте начнем как есть. То есть главными противниками механикумов является Некрон. Давайте начнем. А, это продолжение, то есть. Ну, мы уже формально начали. Короче, механикумы что-то там на планете Некрона, судя по всему, забыли, если все... А, Ксенос. Короче, слушаем дальше. Что-то они там
нашли. И, короче, выясняют, что к чему. Что построил враг, да будет разрушено, ибо для нас это будет как дом из песка. Бамба Вархаммерски. Ну чему мы научимся? Один сектор Агролеха. Надеюсь, вы не возражаете, если я буду читать вслух. Это мне помогает немножко акцентировать внимание. Эта древняя граница смердит затхлостью и пылью. Когда-то внушительная, теперь она завалена мусором, несет на себя следы древности. Тут и там, сквозь трещины в стенах, на потрескавшийся потускневший металлом падает слабый свет. Когда-то здесь царила мрачная и гидущая атмосфера, словно нарочно созданная для того, чтобы сломить дух обитателей гробницы. Сейчас это место по-прежнему внушает ужас, но навевает мысли о жестоком, не о жестоком руководящем разуме, а лишь об упадке и смерти. На первый взгляд гробница кажется заброшенной, но по мере того, как исследовательские войска продвигаются по безмолвным коридорам, древняя пыль пробуждается, и нечто давно умершее вновь начинает оживать. Какое слишком большое вступление для такой игры. То есть мы будем играть за Фаустиния, по сути. Приступим во слова амнисии. Вот. До чего же странно эти Adeptus Mechanicus, это машины, которые сами до конца не понимают, взаимодействуют с другом с их помощью. Убедюсь, что запись идет и как трансляция, как
читал, типа я совмещаю типа и обычную запись и трансляцию. Так, кто меня смотрит? Пока никого. Ну ладно. В любом случае запись остается. Так, попробуем передвинуть кого-нибудь из этих. А, то есть они тут с целой группой. Магус. То есть у нас 4 сервитора и 2 командующих. Во всех поступках своих будь возвышен, но осмотритель. Перед вами похожа на обелиск конструкция, доходящая почти до потолка. Она покрыта загадочными символами, похожими на иероглифы. Давайте изучим. Давайте обезопасить. Так, мы исследовали гробниц, получили... Что это? Обыски помещения... Техножрецы обыски помещения, пролегающих к залу обелиска, находят несколько обломков из экзотических материалов. Когорта собирает трофеи, когда обелиск внезапно раскрывается, омывая зал странным излучением. Внутри него, похоже, что-то есть. Ладно. Так, выдвигаемся. О, а вот и ксеносы, смотрите, вот они. Красненькие такие. Ну, им... Как это... Им не сдобровать. С моей метамехаником. Нас немного, как говорил великий пьяный рыцарь из Германии. Я думаю, кто-то из вас поймет, о каком рыцаре я имею в виду. Нас меньше числом, но зато мы сильнее духом и бухом. Пойдем в атаку. Как же они задолбали. Сейчас мы дадим, блин. Мы им, конечно, зададим жару. На пути когорты стоят варени ксеносов. Не создание из плоти и крови, а искусственные тела, действующие с невообразимой точностью и координацией. Давайте сосредоточим проток. Осмотрительность. Натиск. Осмотрительность. Битва. А, это как отдельный режим, то есть сначала мы как перемещаемся по карте, а потом происходит нечто типа рыбы. Обнаружена разновидность сена. Символы окрушают их торсы. Должно быть. Голосовое оружие. О, вот. Вот это уже выглядит поинтереснее, смотрите. Мы можем рассматривать их объект. Шахматы. А как мне осматриваться тогда? Как мне осматриваться-то? Я не могу осматриваться с разных сторон. Секундочку. Так. Чисто Baldur's Gate какой-то. Вот я играл в Baldur's Gate, у меня сразу ассоциация пошла от него. Так, Магус Монариус, как бы за главного, наверное, лучше приберечь. Как будто вот эти два ценных бойца. И с нами какой-то
А стоп, так это все важные, что ли? А где рядовые? Или пока можем входить только вот эти? Какое оружие? Кого бы выстрелить? Так, мы используем... Давайте магус, допустим. И выстрелим его. Можно же стрелять дистанционно? Вот так вот. Сейчас. А, надо... А, дальше этих кубиков я не могу ходить. Ладно. Так, а у нас какой-то был еще третий где-то. Ага. Стоп. Что-то блируется, что ли? Ну ладно. Начнем бой. Так, магус Монариус. Это магус Монариус. У него топор еще вот этот. Начнется бой. Если что, немножко расскажу, наверное, про некронов. Некроны — это, по сути, результат того, что есть древние хаотические сущности Вселенной. То есть их раса, по сути, вот дошла до такого состояния из-за влияния вот этого хтонического божества, остаток которого они содержат в одном из саркофагов где-то далеко в космосе. И они используют эту энергию, мощь, эту частицы вот этого божества, если это можно так назвать, как основу для развития. Ну, это если коротко, так сказать. То есть они результат вмешательства хтонических сущностей. Кстати, музыка механика пошла. Я хочу тебя атаковать. А, выбрать? То есть это для того, чтобы выяснить, кто это. С другой стороны... Как я буду собирать? Или я тоже могу собирать? А, могу. Ну, давай. На. Получай. Ксеническое оружие. Это же первый раз у меня, поэтому чё? Я же только начинаю. Обращение к тем, кто до меня уже играл в механику. Секунду. Я думаю. То есть давайте объективно. Чтобы завалить вот этого,
некрона. Мне нужно использовать, соответственно, вот это, потому что он ближе. То же самое касается этой механики. У меня бы, по-моему, где-то третья механика. А, их все туда. Давайте исследуем. На! Будем тебя исследовать. Понятно. То есть мы теперь знаем, кто это. Зенгрон. Игрит. Все, изучили. То есть врагов здесь надо желательно изучать сначала. Чтобы легче было с ними сражаться. Давайте пододвинемся сюда и нажмем так. И попробуем его выстрелить. О, мы его почти убили, отлично. Надо его добить. Если, конечно, с возможностью. А, нет, ему не может быть. Что так-то по нему? Но они регенерируются, конечно. Очки познания. Сколько у меня очков познания? Сервитор. То есть я могу подозвать помощники какого-нибудь сервитора. Пока не нужно. Пока не нужно. Но то, что точно нужно, это дать звездюлей вот конкретно этому ходить. Подождите. Я же могу, допустим, исследовать. Не следует и дальше искать просвещение. Чисто я когда в работе. Мне надо дальше изучать программы и прочее. Жизненно. Жизненно, конечно. Подождите. Пойдем сюда. Хлебальничек с выстрелом. На. О! Стоп, мы победили? Так. А, все-таки убили. То есть мы их, по сути, не убиваем, а куда-то они телепортируются, когда понимают, что все, облажались. Ну, остался только один этот. А, это показано очередь, да? А мы на каком этапе? А, вот показана очередь, потом идет ход некрона, потом идет ход нашего, потом идет какой-то новый раунд. А, здесь разделяются раунды. И время подкрепления. Все, я понял, то есть вот как дорожка такая, слева направо считать очередь. Сейчас очередь... Apprentice... Ну, короче, механик наш. Давайте поизучаем вот этот стабилиск, как его можно назвать. Все равно хана. Не хватает очков познания. Мы его зарубим. Давайте. Все. Мы обезвредили всех, кто кого здесь может. Все. Мы обучили. Угроза устранена. Отлично. Не так-то уж и сложно. Все ксеносы нейтрализованы. Понятно. Так, как у нас поживает трансляция? Пока что по классике. Ага.
кстати, секунду. Я тогда пока ненадолго поставлю на паузу, хотя не знаю. Я просто хочу проверить. Ну хорошо, в крайнем случае, если у меня что-то не получится записью, я спокойно скачаю с Твича. Вот такая тема. Все, продолжаем. Ну все-то, что тут у нас? А, еще можно? Здесь что-то пусто, непонятно. У нас тут следующий механик. Вот, микро. Угу. Впереди видно несколько объектов из неизвестного материала, напоминающих стоящие вертикально саркофаги. Кто же может тут лежать? Сжечь. Уничтожить все подозрительные объекты. Движение можно отложить, чтобы нанести удар. Подвижение можно отложить, чтобы нанести удар по мирским ксеносам. Может сначала изучить? Блин, а, все нормально. Корт изучает гробницу. Действительно, внутри каждого бронир-саркофаг находится некрон-воитель. Все они подпитываются энергией откуда-то еще. Понял. Ну, пойдем в атаку тогда. Что думает? Когорта несколько минут осматривает зал. Внезапно под ногами раздается щелчок. Жужжание энергии окружает ваш отряд. Омниспик быстро обнаруживает, что со всех сторон вас окружили ксеносы. Ксеносы нас окружили. Да. Бейте всех врагов. Ага. То есть кого нам перетасовать лучше? Кто пойдет? То есть, как обычно, у нас два механикума. Ой, это два некрона. Один пойдет сюда, а второй сюда. А, мы можем сервитора добавлять. Давайте пока двумя обойдемся, а потом, если вот эти погибнут, тогда. Тогда вот каждому по помощнику. А вторых запасных мы подзовем попозже. Все. Да. Механик, вы сможете управлять двумя видами бойцов. Техножрецами, двое бойцов, которым вы уже давали приказ. И солдатами. Одного из них вы только что разместили на поле боя. Солдаты — это ваши слуги, пушечное мясо. У них гораздо меньше видов оружия и способностей, чем у этих шестов. Однако они тоже полезны, их не стоит недооценивать. Так, сначала выпускаем сервиторов, а следом за ними идут тогда механики. То есть такая иерархия будет. Следующий идет. Вот этот. Давайте изучим. Ага. Известно, что у этого 5 хп. Понял. Далее идет этот. Ой, практически умер. Оу, умер. То есть мы можем использовать сервитров буквально как... как это... полотно, да? На котором расписываются некроны, что они делают. То есть нам доставляет, по сути, типа сведения дополнительно. Механика, конечно, везде находит выгоду для себя, научно. Типа... Все средства хороши, да, в бою? Так, далее идет этот. Давайте его попробуем изучить. Понятно. Так, далее идет наш сервитор. Его мы отправляем прямиком сюда. Понятно. Ой, да.
Каноптиковый скоробей? Это типа препятствие, что ли? Это не очень. Проверь своих кагитаторов и скажи мне, что обнаружил кагитаторы мага Сырсака. Понятно. А, мы можем запасных сервиторов подпустить. Окей. Давайте тогда вот. Поскольку у нас появляется новая опасность в виде вот этих, я бы тогда смысл бы остальных сервиторов. Так, ну мы атакуем тогда. А, мы же можем уничтожить это. Или же возможность. Все. Вот это мы как-то зачистили, но... Давайте немножко продвинемся. Чтобы как-то удобнее было. Нести урон. Если противник входит в вашего бойца, вооруженного оружием ближнего боя, вы можете осуществить атаку возможности. Это автоатак, что ли? Ой, кажется, не повезло. Ну что поделать, бывает. Это я делаю. Да просто его направим поближе. Да, так вот. Можно в него выстрелить. Как-то недосягаемость. Почему? Тогда где наш черед? Можно в него выстрелить. Попробуй. Че, не попал? Может попробовать подойти? Все равно не чисто для прикрытия. Что-то за символ был дронов. С чем связан? То есть вот этого сложно добить, но вот этого мы еще не трогали толком. Ну давайте атаковать его. Уже как-то все страшно. Одну единицу урона. Ну спасибо.
немножко отойду. Ну, в принципе, мы знаем. А, давайте поизучаем, кстати. Или как далеко вы там? Да не, нет. О, все пробили шкуру, да? Неплохо. Или... В чем смысл? А, мы сейчас сервитор, да, опять? Стоп, что делает? Ой. Кажется, нас похитить хотят. Давайте его выстрелим. Да что ж такое-то? Хвати. Так. Вот почти его партили. То есть сначала было как-то совсем сложно в плане понимания, как играть, а сейчас, сейчас вообще практически вопросов не возникает. Секунду. Давай. Так. И вмажем. Чё, стойкий такой, да? Смотрю, орешек. А, то есть мы должны тогда пытаться просто пройти, что ли? Стрелим его. Все, снесли его. А в этот раз никто не телепортировался, мы его можем даже изучить, наверное. А, неплохо. По-моему, собрали ресурсы. Больше. Так, ну его даже добить, получается, или как? А, мы типа эту только вырубили. Все, так, все, ну, уничтожим. Отлично. Ой, можем умереть, а как нам вылечиться-то? Машины. Давайте мне выстрелим. Все. Его можно дорубить. А, устранили. Все, отлично. Отлично. Так держать. Все ксеносы нейтрализованы. Подтверждаю. Поход делает финальная цель. Стой, сама громница, судя по всему. Или цель, за которой мы все это время шли. Yeah.
Жесткую схватку бы сейчас. I wake with the turning of aeons. Stars yet burn, life yet blossom. Агро. Is it truly time? По-моему, это главный босс у этих негронов. Просторный зал, расположенный под первым слоем развалин. Между чёным уцелевшей платформе тянутся мостики. Обломки то дело брошутся с верхнего уровня, исчезая в тёмной бездне. Отступить. То есть мы будем сражаться с самим агролехом? Тележерцы должны эвакуироваться. Стараемся быть. Понял. Что ж, приступаем. Значит, остались два вот этих сервитора. То есть вот этот главный у них, вот он, адмирал. Ну, давайте так, адмирал возьмем, когда, как бы, сначала мы будем проходить здесь. То есть мы будем сначала брать вот эти стороны, то есть правую и левую колонну, а потом уже пойдем добивать его, адмирала, как финального босса. Так, мы размещаем. Тогда, наверное, как будем. Они будут идти немножко в ногу, потому что это. Потому что вот этот сервитор, ну, он добитый, этот вообще практически мертвый. Так, значит, то есть здесь надо как-то избирательно подходить к атаке. Так к обходимся. Вот так следом. Хорошо, вот тогда наоборот, то есть. Следом. Сейчас. То есть вот так вот ты тяни. Чуть больше. Все вперед. А. Для этого использую. Ладно. Возьмем же. Ценные материалы. Да, отлично. Сервитор. Так.
этот мир. Тебя можно испугать только одним фактом, что за тобой пришел сам Глебовский. Ни хрена какой пошел. Это он за нами пошел? Ой. Ой. Жесть, конечно. Так, как-то прятаться. Прятаться. Быстро перекликаешься, перемещаешься, что так быстро. Подождите. Ой, надо думать. Это механикумы. Они всегда думают. Понятно, но мне надо просто сходить. Сначала нужно добывать ценные материалы. Все просто. Сервитор, прикрывай спину тогда. Хоть как-то прибережешь. Я бы мог тоже, наверное, поставить, прикрывать спину, но что-то непонятно с тобой что. Короче, проследи в паре слепся. А, заполнена шкала. То есть мы можем ее сейчас использовать, ну ладно. То есть мы можем, в принципе, сейчас потратить какой-нибудь шкал, чтобы следующий идет он. How dare these wretched things stand before the void admiral of Cesaragon? Шаркон. Мы дэры, конечно, дэры. We dare it. Сон, кошмар. Ой, 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 ой. Он уже идет со мной. Надо как-то. Он уже идет к одному из моих товарищей. Он идет к Магусу. Окей, давайте. Так, подойдем сначала. А что, сейчас нажал откладывать? Погодите.
Ладно. Как ты мне, как-нибудь ты подпёрёшь меня? Что ж ты не досягаешься? Что-то вообще непонятно. Как, что, зачем? Так. Добыча ресурсов. Так, нам по-хорошему как-то скалпиться. Пытаться. Давайте быстренько убежим. Туда. Чтобы чтобы объединить силы. Пофиг, что потрачу какое-то количество ресурсов. По крайней мере, помогу вам добить вот это. А потом вместе будем его сражать. When my fleet sails once more, vermin like you shall be strung from my prow. А кое-кто в случае гибели будет у меня в штанах сидеть и украшать. Это даже можно не комментировать, это 18+ уже. Это что такое особо не скажешь? Ой, 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 ой. Блин. Ребят, это, конечно, жесть. Бля. Это жесть. А я не могу что ли изучить? Да. О, у него 40. Это был ожидаемо. Ёкарный бабай. Я зарублю топориком. Давайте так. Боже, другой разговор. А, так я могу попробовать постелить. Не убивай меня такое, а? Сейчас тебя пробью. Понять его, что нельзя. А я не могу что ли вырубить его, так что ли? Грустно. Беги ко мне. Беги отсюда. Хорошо, что не как в Baldur's Gate как-то хватает, знаете, тут проходишь мимо врага, он тебя берет и подхватывает еще. Хорошо, что это не так. Вот, давайте, вот ты на, у нас сцены, ты нам его и зарубишь. У тебя хорошее оружие будет на бой, давайте. Все, а теперь постараемся по возможности прикрыть вот этого, чтобы как-то добыл для себя ресурсы. Чтобы не мешался потом. Все, теперь остался у нас последний враг. Это, собственно, вот этот жрец. Жрец-пипец. Кстати, как там смотрит меня? Пока все так же, это не человек. Я играю уже. Очень закономерный вопрос. Что-то я просто проверяю, что будет. Что-то как-то. Подлоги, по-моему, панели.
очень. Извиняюсь за техническую задержку, мне надо просто поверить. Так, уже полчасика. Ну, еще минут, может быть, там. Все, вот всего вот этот час тогда отработаю, сеанс, и все. Так, ну ты просто беги тогда отсюда. Просто вот беги, пока тебя не... Пока тебя не прикокошил вот этот страшный Кощей. Беги со всех ног, как можно. Как можно дальше. Беги. Do not think to challenge us. Нашего бога тронешь. Кое-что сделаешь. Все, прямая оборона. Молодец, держись. Ты сможешь. Дух машины. Ой, кажется, кто-то будет бежать сейчас. Это буду я. Так, следующий бегу я. Я бегу вообще сюда. Мне надо подлечить. Если, конечно, такая возможность имеется. Даже бежать непонятно. А, блин, точно. Нам нужно эвакуироваться, конечно. Беги. Бежим. У нас есть реально возможность просто бежать отсюда. Иначе вообще будет катастрофа. Сервиторов особо не подзовешь. То есть у меня есть риск просто сдохнуть. Просто сдохнуть. Оу, щит. No. Беги. И не смогу дойти тут, а? Ну, мне пизда, кажется. Ой, извините за поражение. See what becomes of your wretched falls. Чё так долго, чё так далеко ходит-то? Thank you.
Лучше пребывать в неведении, чем впадать в ересь. То есть мы должны успеть как можно скорее сделать все, что нужно, чтобы они не обострились. Сектор Экрописа. Эта граница залита болезненным зеленым светом, который не освещает, а словно только делает тени глубже. Нити этого странного света как будто связывают между собой все поверхности. Все здесь город о техно-ереси, ксеносов и запрещенном знании. Само-то стране такой живой и все осознающий, как и обитатель. Первые исследовательские данные свидетельствуют о том, что стены сделаны из веществ, неизвестных ритуалом металлургии. Абстрактные рисунки, выраженные в этом веществе, изображают карту неизвестных областей космоса, составленную в соответствии с каким-то чужеродным пониманием. Подобное святотатство замедляет первого вошедшего сюда солдат. Ереси знания губительны сами себе, но, похоже, здесь много других опасностей. Добро пожаловать на Цест Металлика. Боевой корабль класса Ковчег Механикус. Цест. Это не самые большие корабли в Империуме, и пользоваться ими могут всего за только члены этого смеха. Марсианский технолог. Можете мотивировать своих техножрецов и готовиться к предстоящим заданиям. Вы можете выбирать задание, нажимая на портрет персонажа или часть экрана. Причем простых заданий вы должны осматривать своих техножрецов и дать им все необходимые. Перейти в раздел когорта. А вот и господа, собственно, то, что происходит на корабле. Это снова высадка.
способность техника. Здесь процессом 2 мини-технологии. А. Не. Фрагменты СШК для контроля, сейчас не чеки. Уже разыграем, обеспечиваем поддержку центра. Вдруг. Гимна можно играть в выполнении заданий, которые причислены каждому из блокированных. Когда задание будет выполнено, вы сможете пользоваться невероятной возможностью гимна на выполнение других заданий. А что это эти гимны? Это и жизнь. Понятно. Когорт. Добро пожаловать в казарму Когорт. Здесь вы можете увидеть светосом становитых жертв солдат. Солдаты показаны в верхней части экрана. Здесь вы можете посмотреть, какие способности есть у каждого солдата, и ознакомиться с информацией о нем. То есть, техножрецы в нижних ячейках карты, а те, которые сервиторы наверху. Магаси и Ремиах. Магус Монариус, то есть два магуса. Монариус и Иеремия. Иеремий. Модификация техножрецов. Техножрецов можно модифицировать по-разному. Вы можете менять их оружие, а аугменты тела, улучшать их рюкзак и многое другое. Понял. Я думаю поместить. Оружие ближнего боя, это вот это. Вот, это ему тогда топорик. Пистолет. Не хватает ячей. Сейчас улучшить. Использую черный камень. И черный камень. Эти что ли? Одно из шести веток навыков специализации. Эксплоратор. Если специалист эксплоратор, чаще всего занимается поиском знаний. Неизведанные глубины космоса, еще потерянные археотехии, нобель-сиды и даже новые миры. Секуторы. Повелители людей и машин. Зачастую на редкость харизматичные. Под руководством результативных китарев может выразить, короче, как лить. Техоксилий. Техоксилий специально часто недооценивают. Техоксилий выполняет задачи, которые сбегают от руки техножрецы. Они словно масло в двигателе следят за тем, чтобы огромный машинный механик работал без перебоя. Лекс-механик. Скрупулезные каталогизаторы. Лекс-механики собирают информацию, анализируют ее и записывают. Они умеют находить ценные данные в неразборчивых текстах на древних картах и даже слабости противника. Технопровидец. В отличие от других жрецов, технопровидец можно найти почти на любой имперской планете галактики. Они следят за состоянием всех механизмов. Доминус. Доминус хорошо обучены военному искусству. Их умение позволяет в мгновение ока отследить и прочие сложные боевые маневры. Ксенорит. Скрытные ксенориты пытаются собраться в опасных технологиях ксеносов и воспользоваться ими. Эта специализация сулит как величайшее благо, так и омерзительную сквер. Вот с точки зрения того, что у него есть. Что можешь подойти? Может быть, доминус? Для того, чтобы повысить уровень, вам потребуется определенное количество черного камня. Повышая уровень, вы будете получать ячейки для аугментов, навыки части тела.
Достигни второго ранга. Увеличен допустимых часов. Допустимых часов. Открыт навык. Дальность стрельбы оружия дальнего боя увеличена. Рекомендуется включать свой отряд разных бойцов. Однако окончательный выбор стоит за вами. Те же жрецы могут освоить сразу несколько специальностей, то есть изучить навыки разных специализаций. У вас достаточно чек документов, чтобы выдать этого типа жреца оружия. Количество ячеек необходимо для предмета отображается с помощью подсказки. Понял. Оружие в ячейку использовали в группе. Опа. Прям в спину его ставил. Ладно, одного улучшили. Сейчас попробуем второго улучшить. После того, как я всех улучшу, я, наверное, тогда закончу все. Так, это Еремия. Мне тоже любит этот топорик. Так, тот до минус. А у нас будет эксплоратор тогда. Тогда у тебя будет пушка. То есть Иеремей и Монариус. Монариус он как бы из класса Доминусу. А Иеремей он, короче, из тех, кто исследует. Доминус, второй эксплоратор. А что по этому сервитору? Цветовая схема. Марс, Риза, Металлик, какой-то диск. Может кастомизировать Глебовского. А, они становятся в наш цвет, что ли? Это не знаю точно. А, блин, круто, кстати. Давайте фиолетовый сделаем. Хотя нет. Своих сделаю сейчас. Или можешь все-таки сделать стилем Глебовского, как у меня. Сразу белыми-то. А. Это так все определяется. Может быть, наоборот как-то. Мне, в принципе, нравится так. Или даже, знаете... Так покрасить попробую. Боже, не увеличили интенсивность. Верно?
Почему нельзя сделать каждого по-своему? Или это противоречит амнисии? Да, я не понимаю, с точки зрения дизайна, но как есть. Можешь пока взять просто черный все. Или найти культисты. Нет, здесь искренно как это. Есть же Мартарион такой примарх. Это будет странно. О, мы можем переименовывать их. Сейчас придумаем имя. Как мы его сгенерируем? Архита. Аркитар. Аркитариус. Аркитариус. Аркитариус Экспларатус. Аркитариус Экспларатус. А второй назовем. Подождите, может быть... Секунду. Сиди. Ну, просто мне так свободу общество. Наоборот, что я путаюсь. Окей, давайте, допустим, оставим так, как есть. А с точки зрения... Как это... То есть пока других не могу? То есть у меня других сервиторов нет, что ли? А как я могу привлечь? Так, доступна новая высадка или прочее что-то на вроде. Сколько сейчас времени? Уже 20. А, ну что, ребят, я не знаю, как это сохраняется. Сохраним же. То есть круто, что здесь можно кастомизировать, посмотрим, что надо. Идет сохранение. Игра сохранена. Все. Вот.
А пока что могу сказать. Я думаю, можно заканчивать уже. Всем спасибо, кто так или иначе посмотрел это видео. Так что не буду долго томить. Всех вам успехов. И увидимся в следующих видео-стримах. Всем пока.